Добрый день. Сегодня 28 мая 2024 года. Говорит и показывает Хариш. Мы вас приветствуем на канале компании Кахау. Ставьте пальчик вверху. Подписывайтесь на наш канал. Пишите ваши комментарии под нашим видео. Эту квартиру мы сдали. Пересдали, точнее. Люди уехали за границу. Так получилось, что, опять же, им ночевать было негде, как бы, когда они сдали квартиру, им надо было или уезжать сразу из квартиры на несколько дней раньше, или, опять же, у них самолет был очень рано, в 4 утра, вот, или, опять же, им надо было гостиницу снимать, или искать какой-то компромисс, чтобы, опять же, доехать до аэропорта. Мы пошли к ним навстречу, и они, все проплатив как положено, опять же, мы их оставили, решили им остаться в квартире до самого конца. Вот. Когда я тут был, тут были, естественно, были вещи еще, коробки очень много. К чему я это все веду? Что, прожив тут, пускай там почти год, сказав, что они оставят ключ, то, что они сделали, и квартира будет в надлежащем виде, вот действительно, я скажу, сердце радуется. Потому что иногда люди, даже когда живя в Израиле, переезжают с квартиры на квартиры, в квартирах оставляют, это просто ужас, конкретно говорю. Тут ребята оставили просто шикарную квартиру, то есть другие жильцы, которые сейчас вместо них заезжают, они просто, им делать ничего не надо. То есть квартира и помыта, и не только квартира помыта и чисто оставлена, но даже окна помыты. Я к тому, что, может быть, не все, но в любом случае квартира осталась вот в таком шикарном виде. То есть просто я говорю, что сердце радуется. Посмотрите, я не просто так хочу показать, что квартира в очень хорошем состоянии. То есть где надо было, они покрасили. Вот, то есть полностью придраться просто ни к чему. Естественно, все счета мы перевели, закрыли, мы им также помогали закрыть счета. Была у них проблема с компанией, скажу сразу, с электрокомпанией. Они неправильно сделали араха, это слишком большую, счет неправильно им приставили. И мы им помогали это все закрыть, там сейчас разбираются. Но это в другом. Но в любом случае, также мы, опять же, ребятам помогли закрыть там газ, электричество, ИРИЮ, они пошли сами закрыли, и мы все сделали. Вот. Но в любом случае, вот такая чистая квартира. Из-за этого, ребята, к чему это? Когда вы съезжаете, вот оставляете также чистую квартиру, чтобы кто после вас съезжает, им было приятно, и они вас вспоминали добрым словом. И опять же звоните нам, наш телефон 05353-26563, компания Кахаус. Мы занимаемся не только сдачей квартиры в аренду, также и продаем квартиры, и помогаем оформлении ипотеки, кому надо. И также мы сейчас занялись перерасчетом ипотеки, опять же, то есть мы занимались, но сейчас последний год это более плодотворно в связи с сложившейся ситуацией в стране. Из-за этого, если кому-то надо пересчитать ипотеку, и кто уже не справляется со своими платежами, звоните нам, и мы вам поможем. До скорой встречи, до свидания.